ученикам своим. Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его.
когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ядите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспев пошли на гору Елеонскую. Thank you.
поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ: если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. Тебе, позови Петр ко Иисусу, с тобою умру, ни плоть, ни же кровь, Отец твой открыми тя, Его же благослови, славяще во веки. Приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока я пойду помолюсь там.
и, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
тогда еще говорил он: вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Соглашаше цену, и на 30 сребреницах продате Господа, лобзанием льстивным предая его беззаконникам на смерть. Богохульство его, как вам кажется, они же
же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Отрекся Петр, обереченно ему разуме, но принесе к тебе слезы покаяния. Боже, очисти мя и спаси мя.
когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам!» И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Стал пред правителем и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бил, предал на распятие. Слава Господи!
наяве Боже, и предался Иси Пилату судье, небесная сила от страха поколебашася. Егда же вознеслся Иси на древо посреди твою разбойнику, вменился Иси с беззаконными безгрешне, заеже спасти человека. Не злобиве, Господи, слава Тебе! Thank you.
раздев его, надели на него багряницу, и сплетши венец из стерна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его, и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский».
часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама сабахтани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас подбежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же опять, возопив громким глазом, испустил дух. В храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий».
Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевы.
ты царствуешь и вовеки. Христа жизнодавца. Воскресни, Боже, суди земли, а вот и царствуешь и вовеки.
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там и Мария Магдалина, и другая Мария, которые сидели против гроба. Thank you.
следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых!» И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.